жылы 40 000 теңгеге болатын екі комната. 2015 жылы, конечно. С кем проживаете? С мужем. Не забудьте мне ставить, пожалуйста, лайки. Мне будет очень приятно. Я бы сняла обзор, но, наверное, хозяйкам рухсат пермейда. Это неправильно как-то. Потом я еще и сделаю рекламу. В итоге все захотят сюда заселиться. Она скажет, что енді мен 160 емес 180-ге давайте снимайте. Слушай, ну сюда видео мен түсірмейін. А еще все видео, которые я снимаю касательно семьи, быстро разлетаются в пабликах. Насчет 2015-го мне на казахском языке задали вопрос, сказали точнее, что снимали за 40 000 тенге. Я на этот вопрос ответила. Так, кім қайқаладан болады? Кім не істеп жатыр? Қазір біз тамақты дайындап бастаймыз. Так. Азелик вообще это что такое? Мне всегда интересно. А вообще, я его закрыла? Нет, не закрыла. Все. Ужас, упал стаканчик. Так, ты русская наполовину. Жартылай орыспын, жартылай орысым есіспын. Почти без акцента, спасибо. Павлодар қаласында тұрасы ба? Жоқ. Мен Павлодарда ешқашан болған жоқпын. Павлодарда өте суық қой. Откуда знаешь казахский? Я училась в казахской школе. Всю жизнь. Ну как всю жизнь? 12 лет, даже 13 лет. Он уж шубы, не? Казах сыном доктом. Так. Астанада тұрамын. Кышта, я тоже хочу жить в Астане, если честно. О, боже, мне бы хотя бы в Алмату вернуться. Алматыға қашан оралам уже білмейміз біз. Надеюсь, что примерно 2-3 айдан кейін. Да, примерно 3 айдан кейін қайтадан Алматыға ораламыз. Наверное, надеюсь. Так, как жарко, боже, очень жарко мне. Мне слишком жарко. Ты откуда? Я с Алматы, но я сейчас временно живу в семье, потому что муж тут работает. Күйеуім мына жерде жұмыс істеп тұр, сол үшін біз семейге көштік. Семей қысы өте суық. Блин. Ты еще шубу надень. Ну, а мне в чем быть? В майке? Русская у меня, у мамы мама татарка, скорее всего, а мама папы турчанка. Слушай, у меня целых 4 ханым бар. Солай. Маған тіркелді ұмытпаңыздар. А у кого есть подарки, можете подарить мне подарки. Мне будет очень приятно. Так. Я еще азелит втройне отмываю. Спасибо. Очень приятно. Футболка домашняя. У меня нет футболок домашних. У меня либо майки, либо кофты. Так. Сәлеметсіздер, мен де семейдемін. Маған очень приятно, что вы семей. Көп-көп рахмет. Так. Ты можешь предугадать казахский? Что? Не поняла вопрос. Одень рубашку мужа, будет красиво. Ой, боже, я ненавижу, кстати, гладить рубашки. Я ему готовлю, ой, глажу рубашки. С таким трудом, чтобы носить их еще дома. Нет, спасибо. У меня муж госслужащий, поэтому я ему постоянно глажу рубашки. Откуда ты, Мария? Вообще с Алматы. Как вас зовут? Мария. Так, болды, притамды сүртіп, бетердім, болды. Наконец-то я окно открою. Как жарко! Так, Дастан. Нет, я не домработница. Я прекрасная жена мужа. Чё казахша выучила? В смысле? Я не понимаю вас. Сіздерді кішкене вообще басын істеп тұрмасыздан или нет? В смысле, что казахский выучила? Қазақша сөйлемесең, саған айтады, қазақша неге сөйлемейсің? Қазақша сөйлесем, говорят, қазақша сөйлейсің неге? Вообще бред такой. Ужас.
Вы почему выучила? Потому что живу в Казахстане, логично. И не только поэтому, потому что меня в детстве отдали родители сразу на казахский язык. Мен орыс мектебінде ешқашан оқыған жоқпын, тек қазақ тілінде. Можно отцы. Марат, вот вам ничего отвечать не буду после таких вопросов, как чё казахский выучила. Захотела и выучила. Сіздин шаруаңыз емес. И вообще с такими вопросами это очень... А потом задаете вопросы, почему не учат казахский. Столько националистов тут. Я только одного увидела, и я сразу на такое отвечаю. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Типа вы хотите проверить... Могу ли я сказать это слово? Это так страшно. Странно, точнее. Какой ру? Мен казах емеспін. Кеуім казах па, я кеуім казах. Так. Сейчас воду. Пусть будет казах. Красиво смотреть на такие пары. У меня муж и так казах. Спасибо. Только я не казах. Ой, только я не казах говорю. Только я не Марина, я Мария. У вас казахский очень тоже хорош. Спасибо. Кай қаладан сіз? Алматы. Бірақ қазір семейде тұрамын. Адайма жоқ, ол албан. Күйеуім албан. Жаным күштісін, рахмет. Какого года? 2003-го. Мария, Маша или Мария именно? Мария. Муж, да, муж военный. Киевым қай жылғы? 2000-шы. Что готовили на ужин? Сейчас буду готовить бургеры. Мы особо вечером много не кушаем. Он же көп жемейміз. Потому что на обед у меня прям целый достаток всегда стоит огромный. У вас все классно получается. Куп, рахмет. Маган, если у вас есть подарки, можете отправить. Мама, папа, орыс па? Жартылай орыс? Жартылай орыс емес. Так, сіздің балаңыз ба? Жылап жатқан жоқ, менің балам емес. Работаете? Да, конечно, я работаю. Я скрипачка. Просто люди считают, если я мою посуду, значит, я ничего не умею. Но это на самом деле не так. Хашан и Линдендер. Без айбрун. Стрелки прям огонь. Ой, я наоборот! Я заказала стрелки. Ой, заказала стрелки, говорю. Заказала просто подводку. И мне, наоборот, просто тестировала. Нешенше жылысекмен эш. Как выучили казахский в школе. Коли, можно заказать выступление? Конечно. На любые свадьбы, на мероприятия я выступаю. В Инстаграме можете писать по поводу мероприятий. Так, ендене. Уже надо готовить, но мне так лень. Сейчас начнем. Адемы, козы, адемы, кельничек, рахмет. Цены тут не скажете, нужно место и время, со скольки работать. Семей халасында қай жерлерінде болдыңыз? Ой, көп жерлерде. Ну как, парки, остров. Остров на Тахандай, что-то я забыла. Остров, парки. Хотя болды, больше ешқайықта болған жоқпын. Дети есть у вас? Нет, нет, детей пока нет. Мы хотим детей, когда мы вернемся в Алмату. Мы сами с Алматы. Алматыға оралғанда уже хотим детей. Остров Полковничный. Вот-вот-вот, да. У вас написано Павлодар, но вы как будто семей, все знаете. В основном мы тут ходим по заведениям. Ну, в плане мест каких-то. Так. Сейчас будем... готовить. Рану обработайте на руке. Где? Что-то я не вижу. Хайзерди, может, я не заметила, может быть? Напишите, пожалуйста, где вы. Так, сыр, кетчуп, майонез. А вообще, зачем мне, по идее, сейчас делать, если у меня муж еще не пришел с работы? Я люблю, по идее, готовить прям
свежее. Я сейчас только помидорку нарежу и все. Калғанын бәрін сосын жасайм. Уже кевым жұмыстан келгенде. Сколько он лет? 20. Кстати, фишка еще именно моего бургера в том, что я еще добавляю грибы. Мой муж обожает грибы. А что вы любите готовить? Я на самом деле люблю готовить все, кроме выпечки. Выпечка у меня не получается. И не умею, и не хочу, если честно. Мне легче купить пирожки, чем их делать. Я просто помидорку нарежу на бургер. Бетіне не болған көгеріп тұрған сияқты. Білмеймін. Все у меня прекрасно с моим лицом. Бәрі жақсы. Мен өте әдемі. Такая красотка я. Так. Ұмытпаңыз. Ой, бай, конкретно свели Дикинс по-казахски. Как отлично, читаешь? Почему читаю? Я не читаю. Мне, в принципе, казахша сюрела. Просто я в основном на русском тут разговариваю. Байга шхасмба, уже шхтам. В Алмате где можно искать дешевле? Ой, знаете, в Алмате так дорого. Это... ужасно. Такая приятная, красивая девушка. Спасибо. В Алмате дико дорого. Слава богу, у меня своя квартира. С нашей квартирой есть своя. Уважение вам, что владеете языком. Спасибо большое. Но я считаю, что это долг каждого человека знать свой язык. Я не показываю, что я делаю, если что, я режу помидорку на бургер. Нож нельзя показывать в эфире. Жанна, сен маған келдім ба? Солнышко мое. Дай, я ручки помою и тебя возьму, да? Давай. В принципе, казахша аудармасы қалай. Сіз қазір не туралы айтып отырсыз? Что-то я не увидела ваше сообщение.